Друзья, всем привет! Мы с вами на нашем объекте резиденция Сколково, квартира 100 квадратных метров. Давайте посмотрим, что было сделано за довольно-таки большой промежуток времени. Напомню, что эту квартиру мы начали делать абсолютно с нуля. Здесь не было ничего. Первым этапом мы возвели в соответствии с дизайн-проектом перегородки из газобетона. Газобетон у нас здесь толщиной 150 мм. Далее подготовили стены и сделали механизированную штукатурку стен. После чего подождали, пока стены у нас высохнут, и приступили к следующему этапу, к теплошумоизоляции пола. Вот сейчас мы видим уложенное вот это вот одеялко ТЗИ, оно вот такое вот мягенькое. Далее разложили сетку, на которую начали крепить трубы отопления и водоснабжения. Сделано это для того, чтобы существующую ТЗИ ни в коем случае не повредить. Санузле мы собрали очень красивый, функциональный, надежный, современный водомерный узел, который я вам сейчас покажу. И также отдельного внимания заслуживают внутрипольные конвекторы, которые имеют довольно-таки интересные характеристики и довольно-таки сложное устройство. Внутри каждого конвектора будет дополнительно установлен датчик протечки. Здесь есть электрическая часть, которая будет способствовать циркуляции воздуха. Кухня, все необходимое для установки сантехнических приборов. И в санузле, куда сходятся все вот эти вот многочисленные красивые трассы, у нас собран вот такой вот водомерный узел. Он очень функциональный, он очень надежный, современный. Здесь есть все необходимое: датчики протечки, фильтра, и здесь же размещено у нас отопление. Все потребители воды подписаны, название каждого, гребеночки, подготовка под дренаж кондиционирования, фильтра, регуляторы давления, датчики давления. И сегодня мы переходим к еще одному интересному этапу. Это монтаж электрики в этой квартире. У нас есть проект. Вот он. Это расположение розеток и выключателей. И есть еще лист, где у нас указан свет. Света будет очень много. Это здорово. Квартира будет большая и светлая. Итак, буквально через 12 дней мы вернемся еще раз в эту квартиру, когда уже можно будет показать наш результат работы по электрике, который, я думаю, понравится обязательно и нам, главное, нашему заказчику и, конечно же, вам. Высокие двери, панорамные окна. Итак, вернемся в эту квартиру примерно через 12 дней и посмотрим, что у нас получается.